На юге Одесской области выпал розовый и желтый снег. Он изрядно напугал местных жителей, но экологи успокоили: ржавые осадки не опасны для здоровья. Подтверждающие результаты экспертизы опубликовал у себя на странице мэр Измаила Андрей Абрамченко. По заключениям Дунайской гидрометобсерватории, снег приобрел желтоватый окрас от пыли. Примеси намело сильными ветрами накануне. Вредных химических веществ не обнаружено. Позже также будут выводы Одесского лабораторного центра Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей. Сегодня утром у нас выпал снег необычного цвета. Вот вы можете видеть, мы след тут оставили, и видно четко разница. Непонятно, почему он такого цвета, не то розового, не то бурого. То, что это смесь песчаная, глинистая, вполне это может быть, потому что очень повсеместно. И действительно, какая-то буря могла поднять. Но тут же есть опасности. У нас в Черноморске перегружают серу. У нас перегружают много руды. И мы не знаем, с этими ветрами, которые дуют с моря, их тоже могло занести. И здесь это может быть уже небезопасно.